Наконец-то! Что это? Хейн теперь мой. Умрешь и навсегда потеряешь разум. Получай, ты! Долго не протянешь. Постой! Поприветствуй моих гостей! Удрать хочет! Сюда!
поиски ведут к смерти. Почему ты предала меня? Моя мать, бабка, прабабка. Сколько поколений мы искали тебя? Ha!
А ты упорен, брат волка. Не предадут земле. Нужна помощь? Ничего не делал ни тебе, ни твоим предкам. В моих жилах течет кровь Вальки. Кровь Валькирий.
кровь, которую когда-то пролил Одноглазый. Чему ты вспомнил о Валькирии?
А то ты не знаешь. Фрея предала Валькирию Хильд и стала твоей пленницей. Слабое место. Придется убить нас всех. Не подходи. Вот так. Ты безумна. Хильд бросили в темницу из-за льда. После Рагнарёка она умерла там от голода. Еще одна. Вот ведь твари. Чувствуешь? Слишком много. Еще. Надо перебить их. Ты кончишься! Теперь я Рой Стая! Что? Хукхейм теперь мой. Умрешь и навсегда потеряешь разум. Okay.
Прощай, ты! Поприветствуй моих гостей! Поиски ведут к смерти.
Почему ты предала меня? Моя мать, бабка, прабабка! Сколько поколений мы искали тебя! Упорен, брат Волка. Умрешь быстро. Ну и кто здесь дикари? Пора бежать!
Thank you.
Почему ты вспомнила Валькирии? А то ты не знаешь! Фрея предала Валькирию Хильд и стала твоей пленницей! Слабое место! Придется убить нас всех! Еще одна! Ты безумна! Хильд бросили в темницу из-за льда! После Рагнарёка она умерла там от голода! Чувствую! Не подходи! Еще! Вот ведь твари! Слишком много. Ты кончишься! Надо перебить их! Ударь меня, и я исчезну, как ветер, брат Волка. Хорошо. Ты бесконечно далеко. Thank you.
Тебе меня ни за что не достать! Рядом. Глотай свою кровь. С малых лет мать рассказывала мне все. Как использовать амулет, как одолеть одноглазого. Толк не возьму, что ты несешь. Ты
Они где-то рядом. Тор дал мне... Это рядом. Чувствую прилив. Это было не только во сне. Мы с тобой бились в двух мирах сразу. Я проиграла и здесь, и в мире разума. Но почему мы бились? Я хотела отомстить за свою праматерь. Ту, что жила вечность назад. За Хильд. Кому отомстить? Мне? Мой многовековой род восходит к могучей валькирии по имени Хильд. Она была возлюбленной Фреи. Один воспылал ревностью. Он бросил Хильд в темницу, где праматерь томилась неисчислимо долгие годы. Твоя праматерь была возлюбленной Фреи? И от той любви остался лишь амулет. Каждое поколение моего рода клялось, что отомстит Одину. О, как мы его ждали! Ты решила, это я?
Решила. Но я ошиблась. Ты куда мудрее него. Теперь я клянусь тебе в верности. Твой рассказ похож на бред помешанный. Но я принимаю клятву. Буду рада помочь тебе, брат Волга. Больше в этом маяке нет никакой нужды. Тебе еще многое надо освоить. Много сокровищ найти. Приходи, я обучу тебя и расскажу о Хильд. С радостью приду. Многовековой род. Долго же они хранили обиду. Ясно. Так значит, эти предметы — маяки. Напомни-ка, с чем ты можешь мне помочь? Я пришла в Рейвенсторп, чтобы учить тебя и давать ценные вещи в обмен на энергию битвы.
Звуки ока укажут тебе путь к тому, что принадлежало богам. Покажи мне свои товары. Ну, хорошо. Мне пора. Прощай.